В Венгрии с сегодняшнего дня вступают в силу самые жесткие с начала пандемии ограничительные меры. До 7 апреля в стране будут закрыты детские сады и начальные школы. До 22 марта прекратят работу предприятия сферы услуг, а также все магазины, за исключением продуктовых и аптек. В минувшие выходные в Будапеште и других крупных городах произошел всплеск покупательской активности. На автомобильных стоянках у супермаркетов и мебельных магазинов практически не было свободных мест. О новых ограничениях власти объявили 4 марта на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. Правительство призвало руководителей предприятий, там, где это возможно, перевести сотрудников на удаленный режим работы. В Венгрии намерены ввести более строгий контроль на границах, однако грузовые и транзитные перевозки не будут ограничены. В стране идет активная кампания по вакцинации населения. В настоящее время доступны 5 препаратов: Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, российская вакцина «Спутник Ви» и китайская прививка.